Лучевая терапия, рак желудка, опухоли костей и мягких тканей, проблемы лекарственного обеспечения онкологии. Эти и целый ряд других вопросов обсуждали на отдельных секциях съезда онкологов и радиологов. Около 2000 специалистов из России и стран СНГ в Сочи в течение 3 дней будут обсуждать наиболее эффективные методы диагностики и лечения онкобольных. Специалисты расскажут о достижениях радиационной медицины, о создании современных препаратов, о высокотехнологичной хирургии, а также об использовании сложнейшего оборудования и многих других аспектах взрослой и детской онкологии. Будут обсуждены наиболее актуальные вопросы современной онкологии, хирургическое лечение, химиотерапевтическое, лучевая диагностика, лучевая терапия. Мероприятие проводится раз в 2 года. Чтобы увеличить продолжительность и улучшить качество жизни онкобольных, нужно повысить выявляемость злокачественных новообразований на ранних стадиях, отметили на съезде. В Краснодарском крае, например, в течение 7 последних лет врачи ежемесячно выезжают на обследование в районные центры. А с этого года к этим выездам добавились и еженедельные скрининг-осмотры в отдаленных поселках и хуторах. Онкологи уже осмотрели более 370 тысяч человек, и у 3000 обнаружили рак. В Краснодарском крае смертность от онкологических заболеваний в прошлом году снизилась на 2%. Сейчас активно развивается проект «Кубань против рака», в который включает как профилактические, так и раннедиагностические процедуры. То есть мы стараемся охватить максимум населения. У 70% сочинских пациентов рак обнаруживают на ранней стадии, рассказывает главврач сочинского онкодиспансера, главным онкологом Кубани и Южного федерального округа. Они в рамках съезда сегодня познакомились с возможностями городского лечебного учреждения. Несколько лет назад его не только отремонтировали, но и переоборудовали. В сочинском диспансере помогают пациентам с онкозаболеваниями разных локализаций. Специалисты владеют всеми возможными методами лечения. Это хирургический, химиотерапевтический и радиологический. Мы используем все современные методики, которые есть в мире. Они, в общем-то, во всем мире одинаковые. Все медикаменты, которые необходимы. Ну, то есть, как бы диспансер полностью оснащен и оказывает всю необходимую помощь, которую нужно оказывать при онкологическим больным, и диагностика в том числе. Оснащение лечебного учреждения высоко оценил и главный онколог Южного федерального округа Олег Кит. В Южном федеральном округе великолепно реализована идея 4-уровневого оказания онкологической помощи, которая заключается: первый уровень – это онкокабинеты, второй уровень – это онкодиспансеры, в котором мы сегодня все вместе были, третий уровень – это краевой диспансер, и четвертый уровень – это Ростовский онкологический институт, федеральный центр, куда стекаются наиболее сложные и наиболее серьезные случаи для получения медицинской помощи населению. Я приятно удивлен, я впервые в этом диспансере. В планах подобные визиты во все онкодиспансеры юга страны. Также главный онколог ЮФО пообещал вернуться в Сочи уже с группой профессоров, провести обучающие программы для врачей и провести прием сочинских пациентов. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.